интересно, как здесь себя чувствует лиственница. А вот, в принципе, нормально. Нормально, целые, слава богу. В ботсаду, в саженном яру, практически еще раз на этом слое. Это слово обращаю внимание. Практически все ели, за исключением малого остатка. И практически все лиственницы стоят без хвои, сухие. То есть короед, который терроризирует уже не первый год. Все так, скажем, более точно уже порядка десятилетия. Хвойные леса нашей области, добрался до парков, и ценные ели, которые у нас в природе практически не растут, тоже практически, только я видел один участок за окружной дорогой, за 17-м кладбищем, то есть в районе Даниловки, за Даниловкой большой. Там мне мой бывший товарищ показал участок ели, которые были искусственно насажены, но тем не менее производили неизгладимое впечатление своим видом, непривычным для нашей местности. И какая красота, просто вокруг.